Всем привет! И сегодня мы с вами посмотрим мои небольшие покупки в магазине Fix Price. Я специально попросила на кассе чек, поэтому озвучу вам все цены. И давайте начнем с таких самых крупногабаритных покупок. Во-первых, это салфетки универсальные Bon Home. Я их часто покупаю в Fix Price. Рулон стоил 199 рублей. Здесь целых 120 штук. И размер каждой салфетки 25 на 21 сантиметр. То есть салфетка достаточно большая, можно использовать как в сухом, так и во влажном виде. Я знаю, что некоторые их даже потом стирают и используют повторно, но я так не делаю. Для меня это просто такие одноразовые салфетки для уборки. Еще крупногабаритная покупка, которая даже вся не влезает в кадр, это гель для очистки труб от Homestar. Он последнее время стоит 79 рублей, когда-то еще я его за 50 или за 55 покупала. Здесь 750 грамм, и в этот раз я хочу использовать его для очистки унитаза. Если нанести достаточное количество этого геля под ободок и также налить непосредственно в сам унитаз, да, в стоковое отверстие, оставить на какое-то время, потом почистить, все просто прекрасно очищается. И такой бутылки, соответственно, хватит на несколько раз использования. Так что получается, в общем-то, и экономично. Последняя именно хозяйственная покупка – это мои любимые губки «Кухончик». Стоят они до сих пор достаточно бюджетно, 59 рублей. В упаковке идут 3 губки. Я сразу обычно покупаю 2, иногда даже 3 упаковки. Все-таки губки мы с вами достаточно часто меняем. Если еще не пробовали, я вам очень советую их купить. Но я думаю, все с ними, наверное, уже знакомы. Переходим к гигиеническим покупкам. Сейчас я вас, наверное, кого-то, да, шокирую, я вам покажу прокладки. Но уж извините, это наша жизнь, да, и мы, женщины, периодически такими вещами пользуемся. Для меня это наравне, не знаю, с ватными дисками, ватными палочками, ничего стыдного не вижу в том, чтобы показать. Я увидела для себя новинку. Это прокладки от бренда Aura, Aura Premium, и я сразу решила взять 2 вида. Каждая упаковка стоила 99 рублей, но они отличаются. Это у нас идут ночные. Их здесь 7 штук, соответственно, они будут более такого удлиненного размера и, надеюсь, дадут хорошую защиту. Естественно, там каждая прокладка в упаковке, в индивидуальной упаковке, да, это вот на ощупь чувствуется. И также за 99 рублей я взяла здесь у нас 6 капелек, да, здесь у нас 5. Здесь идет уже 8 штук в упаковке и... Это у нас просто большие прокладки, удлиненные, да, как у нас нарисовано, соответственно, дадут больше защиты и защитят от протекания. Вот ничего пока сказать не могу, мне просто было интересно попробовать новый бренд. Цена приятная, так что, если вдруг кто-то покупал, оставьте, пожалуйста, отзыв для меня и зрителей. Еще одна гигиеническая покупка. Вот прокладки, да, как-то стыдно, да, показывать, а зубные щетки не стыдно. Тоже странно. Тоже ведь такой интимный предмет индивидуального пользования. В общем, купила я 2 зубные щетки, вот такую от Colgate. Я покупаю очень часто. Беру всегда средней жесткости. Стоит такая зубная щетка 59 рублей. Это классика. У меня муж любит такую зубную щетку. В общем-то, да и я часто такой пользуюсь. Ну, я знаю, что ему точно понравится, купила для него. А для себя в этот раз взяла вот такую от Oral-B. Она тоже классическая, но видите, здесь чередуются менее высокие зубчики с более высокими. И очень интересная цена была за эту щетку 83 рубля. Не знаю, почему, то ли какие-то новые ценники Fix Price появились, то ли обычная цена 99, а это может быть 83 по карте стоило, не знаю. Увидела я для себя интересные кусочки мыла, которые я раньше не видела и не покупала. Во-первых, вот такой кусочек от Aquatel. Обещает нам увлажнение, не сушит кожу. Лепестки лотоса. Это крем-мыло. Стоило оно 55 рублей. Давайте посмотрим, кто его производит. Производитель «Весна». И через упаковку я почувствовала приятный аромат. Мыло, кстати, смотрите, никак не упаковано, видимо, поэтому я
через упаковку ароматы почувствовала. Вы знаете, достаточно приятный, чувствуется приятная, достаточно деликатная мыльная основа и приятный, опять же, не резкий, не удушающий аромат. Так что очень даже хорошая покупка. Я таким мылом еще никогда не пользовалась. И увидела вот такой прям совсем супер дешевый кусочек. Это Lolis Premium. Стоило мыло всего лишь 39,50. Это гранат с витамином Е. Сейчас посмотрим, кто производитель. Так, производитель у нас Турция. Я мыло Lolis очень часто вижу в разных магазинах. Кстати, там оно гораздо дороже. Но все ароматы, которые я видела, меня совершенно не привлекали, мне не хотелось купить. А вот аромат граната я люблю. Давайте мыло посмотрим. Ничего пока по аромату я сказать не могу, потому что, видите, мыло, оно упаковано. Но мы с вами, конечно, его откроем. Я подготовила ножницы. Интересный аромат. Вы знаете, я, честно говоря, гранат не очень чувствую. Аромат, вы знаете, вот для меня это запах какого-то такого небольшого турецкого магазинчика. Вот когда едешь в Турцию, иногда вечером, когда нечего делать, идешь на какой-то близлежащий там рынок, базар, как это у них называется, и иногда заходишь в разные магазинчики. Где-то уход продают, где-то специи, и вот там в воздухе обычно витают какие-то такие турецкие ароматы. Вот это совершенно такой... Да, запах турецкого магазинчика, ну, с хорошей, да, стороны. То есть смесь каких-то, не знаю, специй, травок, какого-то ухода. В общем, интересный, интересный. Для меня почему-то ассоциация, да, именно вот с турецким базаром. Но за 39,50 почему бы и такой кусочек и не попробовать. По крайней мере, с этим брендом познакомлюсь. Еще одна покупка, такая околокосметическая. Давно уже не покупала, но открыла последнюю упаковку из запасов. Это палочки для маникюра деревянные. В упаковке 30 штук. Подходят и для маникюра, и для педикюра. Упаковка стоит 79 рублей. Мне хватает надолго. Здесь, видите, две как бы немного разные стороны с разной заточкой. Мне удобно пользоваться и той, и другой стороной. И удобный здесь такой zip-пакетик, то есть удобно открыть, закрыть. Зашла я в канцелярский отдел. Иногда там что-то для себя покупаю. И давно в моем магазине не было вот таких маленьких по размеру квадратных блокнотиков. А мне они очень нравятся. Цены вы видите на экране. Мне нравится в таких блокнотах, малышках записывать какие-то, не знаю, там, текущие заметки, списки покупок, еще что-то, ну, для таких, знаете, вот прям повседневных записей. Удобный формат квадратный, достаточно такая яркая клетка. В общем, я считаю, хорошая канцелярская покупка. И уходила я уже из магазина, и вдруг увидела, что опять появился вот такой лукум Махараджа с арахисом от бренда «Цветочная фантазия». Я такой лукум когда-то покупала, это было полтора, если не два месяца тому назад. Мне этот лукум понравился. Я покупала именно со вкусом дыни, хотя еще представлен со вкусом клубники, но почему-то, мне кажется, он очень сладкий. В упаковке 400 грамм, и цена лукума, сейчас смотрю в чек, всего лишь 99 рублей, представляете? Я порадовалась, что он опять появился, потому что лукум мне понравился. Я сейчас вам открою, покажу, но вдруг кто-то еще не видел, как выглядит лукум, а может быть в вашем магазине он тоже еще продается. Да, это не прям, знаете, настоящий какой-нибудь турецкий или другой восточный лукум, но, в принципе, вполне себе неплохой. Вот такие здесь кусочки. Он идет в кокосовой обсыпке. Вот так он выглядит. Небольшие кусочки аккуратные. И давайте, кому важно, я покажу состав. Я считаю, состав здесь, ну, в принципе, неплохой. Хотя одна ешка есть, да, это краситель. Ну, в общем-то, ничего прям ужасного я в составе не вижу. И мне нравится, что этот лукум идет именно в обсыпке кокосовая стружка. Благодаря этому он не приторно сладкий, а такой приятно сладкий. Все, это все мои покупки на сегодня. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!